Привет! Как дела? Хорошо все? Довольно виляя хвостом, Айва встречает покупателей на сельском рынке в Чугуевке. Года два назад Светлана и Надежда, которые работают в бутике с детскими вещами, начали подкармливать прибившуюся к ним собаку. А теперь она местная знаменитость. Айва очень любит детей. К нам приходит очень много детей, покупателей. Все ее знают уже. Она очень ласковая, добрая собака. Маленькие дети, мы даже можем посадить на спинку, покатать по бутику маленьких детей, которым по 6 там, месяцев, ну по 7 вот такие. К ребятишкам Айва относится с особой нежностью, но наладить хорошие отношения сумела со всеми. Она безобидная как-то. Утром нас даже встречает, еще хозяйка не успела прийти, уже ее погладишь, она такая веселенькая, добренькая. На дефицит заботы Айве жаловаться не приходится. Отводят к ветврачу, когда нужно, и регулярно готовят обеды. Я дома варю ей каши с мясом, макароны она любит очень. И сухой корм мы ей покупаем, и сырое мясо она ест. Но она у нас девушка с хорошим аппетитом. Иногда ее угощают пирожками, она приносит нам. Да, она нас угощает. И это бывает очень часто. Она принесет целый пирожок, даже не кусанный, принесет нам, положит и угощайтесь. Надежда и Светлана оборудовали собаке спальное место на входе в бутик. Да и в самом магазинчике Айва чувствует себя комфортно. Поведение исключительно культурное. Правда, появление оператора с большой камерой ее насторожило. Она заходит в бутик, мокрая, она никогда не будет трясти вот так вот шерстью, ну вот обтрясаться. Ей говоришь, Айва, нельзя, она зайдет. Будет сидеть ждать, когда ее вытерешь полотенцем. Она очень любит, когда ее веником чешут, сметают с нее грязь. Она протирает ей глазки. Она очень любит, когда за ней ухаживают. Точную породу не определили. Говорят, многое в Айве от лабрадора. Звучное имя, кстати, с похожим на яблоко и грушу фруктом никак не связано. Как-то я ее ай-ай-ай хорошая, так и получилось Айва. И все-таки Айва бездомная. Ее чипировали и однажды чуть не отловили вместе с другими собаками. Друг Айвы, пес по кличке Артис, после этого в Чугуевку не вернулся. Но свою любимицу женщины не отдали. Мы ее очень любим, конечно, мы ее очень. Нам предлагали ее тоже увезти уже в Кавалерово, но мы ее не отдадим. В Кавалерово мы не будем видеть, что с ней, как там. А вообще жить в доме собака отказывается. Говорят, домовольная. Были даже и хозяева, но Айва от них сбежала и вернулась на рынок. Зимы на севере Приморья холодные и затяжные. Но, кажется, Айва намерена и этот сезон провести на Чугуевском рынке. Главное, чтобы бутик работал и приходили покупатели.